24-летняя Лейса Нутяшева и 41-летний Павел Воля приняли участие в челлендже с переодеванием. Звездные супруги показали, как развлекаются на карантине. Семейная пара приняла вызов и показала свою версию парного танца с неожиданной концовкой. В начале ролика Лейсан соблазнительно двигается в вечернем платье в пол с открытой спиной. Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике сексуально танцует, а ее муж невозмутимо стоит рядом. На Павле желтый спортивный костюм, он держит в руках телефон и записывает происходящее на видео. После небольшой паузы супруги меняются одежды и предстают в кадре в образах друг друга. Павел зажигательно выполняет различные па в платье жены, а она снимает его на видео, стоя рядом в его спортивном костюме. Видеоролик спортсменки и резидента Comedy Club появился в TikTok и быстро набрал больше 2 миллионов просмотров. Самая бомбическая пара, нашли друг друга. Прости, Лейсан, но Паша победил, Павлу идет такое платье, отметили фолловеры. Недавно Лейса Нутяшева шокировала фанатов шпагатом краба. Гимнастка рассказала об опасности коронавируса. Узнать, как изменилась личная жизнь резидентов Comedy Club за 14 лет шоу, можно здесь.